Всем привет! Мы сегодня отправляемся в одно секретное место. Надеюсь, там будет так, как я и подозреваю, и все пройдет круто. В общем, сейчас вы тоже узнаете, куда мы поедем. Мы свернули с Дубая на Лайн Роуд. 600 метров поверните направо. И едем в то секретное место, о котором я рассказывала. Ну, на самом деле, это не такое уж секретное место. Те, кто живут, как правило, это место знают, но я думаю, они все туристы знают об этом месте, вот 100%. Это Camel Market? Нет еще. Нет еще. Продолжайте движение. Осторожно, сейчас вот знак, осторожно, могут выходить верблюды на дорогу. Да, тут еще верблюды могут гулять. Кстати, вот в этом месте, ну вот в этом районе, в Лисали, здесь находится верблюжий рынок. Короче, мы на самом деле едем вглубь пустыни. Впереди нас, сбоку, идут верблюды. Караван верблюдов. Да не будет так легко. Как прикольно, я никогда не видела такого. Ну прям настоящий, не поддельный для туристов, а именно настоящий. Как прикольно. Класс, да? С левой стороны такие как палки торчат, огорожены. Это на самом деле пальмы высаженные. Вот они здесь. Очень много их. Ну, то я не думаю, что это только пальмы. Я думаю, что это разные деревья высаженные. Высаживают. Вот она, дорога к оазису, мы наконец-то нашли ее. В общем, это озеро посредине, реально посредине пустыни. Вы все видели, как мы ехали. Это реально пустыня здесь. И посредине пустыни находится озеро с такой красивой голубой водой. Вот мне отсюда даже сейчас видно. Единственное, конечно, тут такой не совсем понятный заезд сюда, но если вы едете на джипе, вам, конечно, повезет больше. Можно тогда ездить здесь везде. Но на легковой машине придется, конечно, ехать только по одной дороге. Я думаю, мы выйдем здесь сначала, а потом проедем дальше, посмотрим, что еще. Вот такое прикольное место мы приехали. Это вот озеро посредине пустыни, называется Аль-Квадра озеро. Аль-Кудра озеро называется. И здесь много людей приезжают на пикник, просто вот так вот отдохнуть. Я думаю, даже сейчас тут много, в принципе, машин приезжают. А когда хорошая погода, я думаю, их еще больше. Какая-то башня там еще, там все по ней лазят. Вообще прикольное место, лебеди, реально везде черные, белые. И тут много озер, это не одно озеро, тут их на самом деле больше. В общем, мы оставили машину и решили здесь побродить, погулять, посмотреть, что здесь есть. Реально какое старое дерево, без ничего. Да. Хлебушек надо было взять с собой, лебедей кормить. Лебеди здесь некоторые прям возле берега. Черный лебедь. Хочу сфоткать. Вот здесь вот внизу на земле корм для рыб.
берешь корм, бросаешь рыбкам. Все рыбки приплывают и начинают есть корм. И лебеди тоже приплывают за счет этого. Вот как придумали, как зазвать лебедей. Некоторые утки ходят прям рядом. И они даже не боятся. А, ну конечно, она сюда пришла, тут корма сколько. Она ешь не хочу. Вот, кстати, что я хотела показать. Вот это в другом месте. Здесь насыпан корм для птиц. Берешь корм для птиц и даешь. И все лебеди приплывают сюда покушать. Разного вида корм вообще. Упс. Вот на той стороне очень много фламинго еще стоят. Не знаю, будет видно или нет. Надеюсь, что будет, либо покажу фотографии, если не будет видно. Мы подъехали к такой башне, с которой можно посмотреть все, что находится. На самом деле нам уже пора ехать домой, потому что начинает темнеть. И, ну, в общем, если мы не уедем, потом, я чувствую, мы будем уезжать еще долго отсюда. Но на башню подняться все-таки нужно. Я все-таки посмотрю, что отсюда видно, и поднимусь. И я покажу, что посередине пустыня, а вот это вот, вот она, верхушка башни. Вот он весь оазис, сверху его видно все. А с этой стороны уже пустыня, то, что я и говорила. Это оазис посередине пустыни. Вот здесь уже барханная пустыня такая. Конечно, я понимаю, что в это место не приедешь без машины, должна быть машина. Но если вам вдруг повезет, очутиться здесь место прикольно. Можно приехать, взять с собой еще там, не знаю, какой-то еды, устроить здесь пикник, покушать. Вообще прикольно, можно провести выходной здесь. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы поехали домой, потому что уже на улице темнеет.